Итак, если вы действительно захотели приготовить хрустящие малосольные огурцы, откладываем в сторону рецепты, в которых нужно что-то заливать кипятком и мелко резать. Это сильно отменяет смысл оригинального рецепта и хруст самих огурцов. Все гораздо проще. Огурцы будут точно хрустящими, это гарантирую. Первое и самое главное, отправляйте ваши огурцы в холодную воду минимум на час. Можно и на больший срок, даже если это огурцы с грядки. Нам нужны соль, укроп и чеснок. Сколько соли – важный вопрос. Я добавляю пару чайных ложек на килограмм-полтора. Укроп режем, а вот чеснок давим. Я понимаю, что для видео эстетичнее было бы красиво нарезать, но нужно давить. Нужен сок, нужен запах, и вариант резать не подойдет. От огурцов отрезаем все лишнее. Если огурец мелкий, режем пополам. Теперь все ингредиенты перемешиваем. Не стесняйтесь, мешайте лучше. Оставьте на час в холодильнике, только затяните пленкой. Варианты перемешать все в пакете тоже вполне подходят, если пакет вас не смущает. Теперь добавляйте по вкусу то, что нравится. Кто-то добавляет масло, оливковое или подсолнечное. Кто-то добавляет уксус, я, наверное, старовер и ничего не добавляю. Но если кому-то это по вкусу, почему бы и нет? До скорых встреч, друзья мои!